Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у меня будет коротенькое видео, девчонки. Я запуталась, честно говоря. Запуталась, потому что хочу вязать, вот я вам сейчас показываю все идеи, которые я нашла в интернете. Хочу вязать мамуле своей дорогой, любимой кардиганчик. И запуталась, и хочу как бы попросить вашего совета. Сейчас я покажу, что я выбрала, как бы, на мой взгляд, она женщина постарше, ну, мамочка моя, но стройненькая, поэтому хочу ей в подарок связать какой-то кардиганчик, к тем, которые такие поинтереснее, мы еще вернемся с вами. А сейчас я вам покажу то, что я выбрала именно для своей мамочки, как бы, и попрошу вашего совета, помочь выбрать, как бы, что больше, как бы, подойдет женщине в возрасте. Ну, женщина стройненькая. Вот первый мой кардиганчик, который я, как бы, выбрала. Так, второй, вот этот мне очень нравится, интересный. Конечно, придется с ним повозиться, но идея очень интересная. Очень мне понравился вот этот кардиган. И, кстати говоря, вот ниточки у меня вот примерно такие, бежевенькие такие. Но тут они как бы милированные, а у меня чисто бежевые нитки. Вот этот вот такой классический, более классические вещи я такие подобрала. Вот интересный. Но этот крючком я смотрю, поэтому и прошу вас совета, чтобы вы хотели видеть, допустим, какой мастер-класс. Естественно, я буду вязать, и я мамочке и сниму мастер-класс. Вот такой вот интересненький кардиганчик. И простой в обработке тоже потом, если будет мастер-класс, я думаю, все смогут его связать. Но это тоже такой простенький, но этот я сомневаюсь, потому что он более такой молодежненький. А мне надо... Вот еще, вот, честно говоря, у меня, ну, как бы больше всего я склоняюсь к вот этому. Он как бы и интересный, и простой в работе, и такой, что мама моя сможет носить. И, ну, как бы и молодая девушка сможет носить, и мамулька моя сможет носить. Поэтому, на мой взгляд, я больше всего склоняюсь к этому, девчонки. А вы мне посоветуете. И вот этот вот мне нравится. Ну, я бы его, конечно, для мамы сделала чуть выше колена. Вот так вот примерно. Ну, не знаю. Правда, не знаю. Что-то я растерялась, поэтому решила снять видео и попросить совета у вас. Может, вы какой-то выберете быстрее, чем я. Вот этот мне нравится, интересный. И тоже простой. Вот как я, насколько я смотрю, абсолютно простая вещь. Вот этот простенький. Но это, мне кажется, тут, которая девчоночка, там была фотография с шалевым воротничком. Вот такие вот я выбрала, как бы, из тех всех, которые я выбрала, эти вложила в папку. Видите, уже мы в начале. И, ну, это такой, наверное, нет. Такой, мне что-то кажется, мама не будет в нем ходить. Этот мне очень нравится. Я уже по второму кругу пошла, по-быстренькому пройдусь. Поэтому, девчонки, пожалуйста, посоветуйте мне, какой. Я попробую обработать видео и их пронумеровать. Вот этот вот мне очень нравится. Мне кажется, и маме моей понравится вот такой вот. Вот. Ну и жду ваших советов. Какой бы вы хотели мастер-класс, на какой кардиганчик. Я его буду вязать и буду снимать. И этот нравится. Ну, в общем, запуталась я, девчонки. Серьезно, запуталась. Так что советуйте. А с вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.